Берегите женщин, но в данном случае мужчин. Проверив формулы и алгоритмы расчетов, такой вердикт выносят специалисты Брянскстата. Удельный вес мужского населения в Брянщине на протяжении многих лет составляет меньше половины, где-то в среднем 45%, плюс-минус десятые доли процента. Если говорить в абсолютном выражении, то мужчин, в частности, вот на 1 января прошлого года у нас в области проживало 549 тысяч. Женщин все-таки больше. Средний возраст мужского населения на Брянщине 38 лет, а это на 4 года меньше, чем статистический возраст женщин. Самые распространенные случаи смерти у мужчин – несчастные случаи и отравления, а летальных исходов от болезни сердца в 2,5 раза больше, чем у противоположного пола. Пока еще наши женщины живут дольше, чем мужчины. По прогнозу, средняя продолжительность жизни мужчины у нас в области составляет 66,5 лет. А женщины все-таки перевалило уже за 78 лет. Несмотря на это, природа делает акцент на мальчишек. За 2019 год в области рождено 10 028 младенцев. Мальчиков родилось почти на 300 больше, чем девочек. Так, на сотню новорожденных девчонок приходится 106 мальчиков. Вот такая положительная динамика, она сохраняется недолго, в силу, опять-таки, многих объективных и субъективных причин. То, что мужчины пренебрежительно относятся к своему здоровью, говорит о том, что смертность от инфарктов, ранних причем инфарктов, у мужчин тоже в 2 раза выше, чем у женщин. На страже науки также стоят мужчины. Они 2/3 от всех исследователей области. Эти данные – свидетельство текущей статистики. Более расширенную информацию о брянских мужчинах хранят материалы переписи населения. Увидеть, как изменилось отношение мужчин к своему здоровью, подсчитать нас и повторить десятилетнюю практику переписи, уже в октябре этого года мы станем свидетелями одного из главных событий России. Мария Сильвестрова, Александр Жучков, события Брянск.